Химках прошел 10-й юбилейный турнир среди хоккеистов-любителей «Новогорский лед». 4 команды скрестили клюшки в победе за кубок. Турнир в памяти моего сына Дмитрия Домарадского, который очень любил хоккей, создал хоккейную команду «Домино», которая сегодня принимает участие в этом турнире. И в эту честь мы решили ежегодно проводить этот турнир. Команду «Домино» Дмитрий Домарадский собрал в Химках 10 лет назад. Приглашал в нее хоккеистов-любителей. После его безвременной кончины игроки продолжают каждый год принимать участие в турнире. Сегодня Дмитрий Шикин, капитан команды, из-за травмы смотрит матч с трибуны. И хоть выйти на лед не получилось, пришел поддержать коллег. Важно, чтобы все поняли, что надо победить. Все, чтобы все настроились, чтобы все бились. Команда «Водоканал» – дебютанты в сегодняшнем матче. Дмитрия Орлова ее капитаном выбрали неспроста. Клюшку он держит с 6 лет. Свои знания и умения старается передать коллегам. Важные качества игрока, на его взгляд, это даже не хорошая физическая подготовка, а моральные устои. Это самая самоотверженность, да, помощь своему товарищу по команде, как и в жизни на самом деле. У нас есть в коллективе возраста разные, есть моего возраста, там как 50 лет, есть молодые ребята, поэтому, естественно, собственно говоря, мы стараемся что-то подсказать, что-то, ну, чему-то научить, что-то передать. В этот раз и «Домино», и «Водоканал» упустили победу. Без кубка остались также игроки «Зелграда». Первое место в турнире завоевала команда «Академия». Также подвели итоги индивидуальных заслуг. Выбрали хоккеистов в таких номинациях, как «Лучший игрок матча» и «Лучший игрок турнира». Наградили спортсменов медалями и памятными сувенирами.